Сейчас разберем, посмотрим, насколько фатально я под... Ребята, всем привет! Значит, сегодня у нас очередной обзор адски мощного двигателя для одного из проектов. Значит, для чего же я все вот это вот дело покупаю и делаю обзоры? В общем, выяснилось, что для моего проекта вот это вот хозяйство будет стоить нереально дорого. Чтоб вы понимали, два таких винта стоят более 30 тысяч рублей. И мотор с регулятором, регулятор, кстати, оказался бракованный, стоит 50 тысяч рублей. То есть 80 тысяч рублей стоит вот такой комплект. Мне это, друзья, никак не подходит, потому что нужно докупать еще двигатели, винты, в общем, кучу всего. Вплоть до 8 штук, получается, надо мне. Ну, либо 4, либо 8. 4 опасно, 8 как-то сверхдорого и не особо экономично. Поэтому я ищу пути решения этой проблемы. И вместо 15-киловаттного двигателя, то есть, допустим, 4 штук, я надеюсь, что смогу использовать вот такие движки, которые значительно дешевле. На вот эту сумму этого двигателя можно 10 таких купить. Он, кстати, тоже не такой уж вот и маленький, и не такой уж и слабенький. Стоит он около 5000 рублей. Вот он, красавец. Мощность у него долговременная около 3 кВт. Но это мы еще посмотрим, испытаем. Также был приобретен регулятор оборотов. Более мощный, чем у меня есть, из хороших, из рабочих. Он на 120 ампер. И на 14S, то есть где-то примерно на 60 вольт и на 120 ампер. Это более 7 киловатт мощность. Если для таких движков использовать, он с запасом. Если брать какие-то более серьезные движки, то опять же он туда может подойти. Тот регуль хороший, что у меня есть, он на 80 ампер. То есть значительно меньше по общей мощности. И теперь еще немного важного. Это винты. Как я вам уже говорил, вот эти стоят два винта где-то 35 тысяч. Есть более дешевый вариант. И как-то, на мой взгляд, эти винты даже понадежнее, они пожестче, они целиком из карбона. Но они проигрывают в весе огромным винтам. Они весят столько же, только меньше. На 10 дюймов получается. Это 30-дюймовые винты, это 40-дюймовые винты. То есть у него метр диаметр. У этого где-то 750 миллиметров. Но фишка в том, что этот винт подходит вот сюда. Так, надеюсь, что подходит. Пробую первый раз. Вот они, отверстия. Все сходится. Можно прям его вот сюда прикручивать. И это две стороны одной медали. То есть одно для другого. 3 киловатта мощности. Это, так сказать, долговременный. Можно, если зимой, например, по-холодному и немножко больше давать. Я думаю, не перегреется. Вообще, на такие движки можно гораздо больше давать кратковременно. Но там вопрос в перегреве идет. Нельзя перегревать неодимовые магниты. Именно из-за этого они такие и компактные, что на неодимовых магнитах работают. Этот на 15 кВт. До сих пор многие не верят в это. Этот на 3 киловатта. Есть и на 55 киловатт, ребят. Я об этом уже устал повторять. Но придется. Ладно? Ладно, сейчас я все спаяю. Сделаем стенд и будем проверять на тягу и на все остальное. Надеюсь, что подойдут эти движки. Потому что по цене более-менее приемлемо. Вот. Ну, этот движок тоже куда-нибудь мы пристроим. Когда-нибудь по-любому. Если все пройдет удачно, тяга если будет около 20 килограмм, то можно будет планировать этот проект. Если будет гораздо меньше, то придется думать дальше. Припаял коннекторы на двигатель и на регулятор. Теперь мы можем посмотреть, какие у него оборотики, прежде чем ставить винт. И заодно проверим, рабочий ли вообще в принципе регулятор. Что у меня уже какая-то опаска есть в этом деле. Двигатель-то по-любому рабочий. А вот регулятор, здесь большой вопрос. Подключим сразу на 14S, как положено. Используя такие коннекторы, очень легко варьировать количеством банок. То есть можно последовательно подключать, параллельно. Поэтому я подсел на бананы. Мама, папа,
И подключаю, вот, например, чтобы 12S сделать, подключаю последовательно. Чтобы добавить еще две баночки, у меня есть вот две таких сборки по одной банке. Уже последовательно подсоединил. Да-да, ребят, не удивляйтесь, это одна банка. Сделана из старого аккумулятора. Ну, а это тоже из старого. Тоже одна банка. Они просто запараллелены, все баночки. И теперь это мощная одна банка. Должно быть около 60 вольт. 57,4. Ну вот. Пока на алюмишке поживет. Начинаем тестировать. Так, нужно дать на максимум, потом на минимум. Сделаем все по правилам, чтобы откалибровался регулятор. Втыкаю. Теперь на минимум. Все. Все, ребят, должен работать. Измерим оборотики на 14S на 60 вольтах. Ух ты. Рванул жестко прям. Да. Крутотень. 640 оборотов минимальных. Разгоняем. Вибраций нет. Отличный двигатель. Ну все, максимальные обороты. Шесть, 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 три. Жесть. Вот это да. Четыре шестерки было. Ну вот так, ребят. Движок чувствуется, что чуть-чуть теплее стал. Ну, без нагрузки нельзя как бы особо запускать. Они не очень без нагрузки работают. Попробую резко рвануть. То есть, видно, регуль отлично отрабатывает. Не то, что некоторые. Ходит за рукояткой газа хорошо. Все, теперь осталось протестировать с винтами. Все-таки как плавно работает регуль. Просто загляденье. Я чуть-чуть совсем добавляю. И он запускается. Тишь, благодать. Так что регуль мне очень нравится пока что. Посмотрим на максимум, как он себя поведет. Но пока просто бомба. Вроде бы все готово к очередной проверке. Сегодня моросит какой-то дождь, поэтому нужно все делать по-быстрому. Итак, прицепил кучу батареек. Цепляю сразу много с огромным запасом, чтобы сильно их не высаживать. Потому что движки какие-то супер мощные пошли. Все тот же ваттметр, по которому мы будем ориентироваться, сколько потребляет мотор. Ну а по весам, сколько он тянет. Для начала испытаем на 12S батареях на 50 вольтах. Просто вот этот ваттметр, он не работает с 14S. Поэтому не могу сюда подключить. Для начала посмотрим ватты. Сколько выдает. Ай, как хорошо крутится. На киловатте 6 килограмм тяги. 6,3 килограмма на киловатте. Дал на всю 4,7 киловатта, ребят. Так, здесь у нас весы сбились. Надо все заново. Ну, до 5 киловатт раскачалось практически. Ничего себе. Может, ему 14S и не нужно врубать. Так, сейчас мы сбросим вот это безобразие.
Так, ну а теперь замеряем тягу на максимум. Оп, понеслась. Примерно 13 килограмм тяги получилось. Так, что-то какое-то такое ощущение, что запах пошел. По-моему, для движка это очень много, ребят. Нельзя ему столько давать. Слишком дофига оказалось ему. То есть 14S, куда там ему 14S? То есть движок получается максимум на 10 килограмм тяги. Больше он уже перегреваться начинает. Так-то все нормально, сегодня прохладно, но аж запашок пошел. И регулятор немножечко поднагрелся. Но все-таки 4 с лишним киловатта, почти 5 иногда было. А он максимум 3 киловатта может выдерживать. В общем-то такие дела. Короче, пища для размышлений теперь. Остудил двигатель, обмотки там нормальные, магниты не перегрелись. Так что, в общем-то, ничего страшного. Немножко обмотка поднагрелась больше нужного. Вот, ну, я думаю, он еще в полном порядке. Такое ощущение, что дешево не получится победить этот проект. Придется вкладываться. Радует, что винты вот эти позволяют 20 килограмм тяги снимать с них. Потому что они очень дешевые. И, в общем-то, 10 штук таких могут 200 килограмм потянуть при желании. Ну, даже больше это с запасом. Я здесь почувствовал, что они свободно могут и 30 килограмм из себя выдавить. Ну, что-то мне так показалось, ребят. Просто движок не потянул, он начал просто хавать киловатты, а эффективности очень мало. С прошлым двигателем мощным у меня 10 килограмм тяги получалось на 1500 ватт. А здесь получается 2300. Видите, какая разница. Но тот двигатель под большие винты, которые очень дорогие. Вот такая вот дилемма получается. Ладно, что-нибудь придумаем. Такое ощущение, что нужно выбирать двигатель с меньшим КВ. Здесь, по-моему, 120 было КВ. Нужно 100 брать, скорее всего. Потому что меньше уже там не было. И тогда тяга будет выше. Можно и 14S подать. И, возможно, он будет 15 кг тяги выдавать на постоянку. Сейчас разберем, посмотрим, насколько фатально я поджег обмотки. Потому что даже сейчас слышно специфический запах горелых проводов. Но так с виду вроде бы не видно ничего. Заодно увидим конструкцию таких двигателей. Шайба какая-то на 3 винтиках. Странная. Дополнительно ограничивает, видно, чтобы не вылетел ротор. Ну что, снимется легко? О, легко снимается вообще. Только вытащить из неодимов тяжело будет. Оп! Вот он статор, ребята. Не вижу, чтобы здесь что-то подгорело. Возможно, вот это воняет. Замазка. Но, к сожалению, здесь нет никакой пропитки. Эпоксидной смолой, например, или лаком каким-то не пропитали. Так, вот колечко дистанционное. Подшипники видно. Очень такие мощные. По крайней мере, большой диаметр используется. Они что ли двойные? Там их по два. По два подшипника установлено. Либо они какие-то двойные. Там раз и еще один. Ну и плюс здесь. Раз и два. Вот такой вот движочек, друзья. Ну а вот обратная часть. Какая-то мега красивая здесь фрезерная обработка. На грани фантастики. Видны следы балансировки. Синяя замазка – это балансировка. Вот здесь и там. Ну и вот неодимовые магнитики. Видите, сколько их. И благодаря такому количеству двигатель низкооборотистый. С много полюсов. Да, ну, думаю, жить будет. Не сгорел.
Решился все-таки, пока движок разобранный, позаливать обмотки эпоксидом. Взял хороший эпоксид американский и сейчас сделаю это. Я не знаю, насколько это действенно, насколько это правильно, но пока что, ребят, ни один движок у меня, сделанный таким вот способом, не сгорел. Просто позаливаю вокруг. Прям форму делать не буду, чтобы монолитно было, ну то есть с большим слоем. А именно добьюсь, чтобы затекло между витками. И этого уже будет достаточно, чтобы повысить надежность двигателя. Защитил изолентой по бокам, чтобы не шоркало потом ничего и чтобы не обтачивать. Изолента снимется и все будет нормально. Ну а сюда вот так вот позаливаю. Оно протечет и будет нормалек. Например, на большом двигателе, на том, который на 15 киловатт, там так сделано. Ну что, ребят, я надеюсь, вы теперь верите, что тот движок на 15 киловатт. Потому что этому мы 5 киловатт дали. Да, он, конечно, немножко не вывез этого, но тот двигатель и больше гораздо. Тот просто огромный монстр. Он и в диаметре больше. Он и в толщину значительно больше. Так что он вполне себе может быть на такую мощность рассчитан. Вот так теперь красиво выглядит движок. Нужно дождаться, пока застынет смола. Ушло где-то 15 грамм смолы. Снизу тоже уже начинает протекать. Постепенно протечет гораздо больше и пропитает все обмотки. Ребят, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.